в Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького открылась уникальная экспозиция «Мой Афон». На выставке, приуроченной ко дню памяти равноапостольного князя Владимира и государственной памятной дате Дню Крещения Руси, представлено около 100 работ фотохудожника Костаса Асимиса. В условиях ограничений современного мира фотовыставка предоставляет уникальную возможность совершить заочное путешествие в мировую сокровищницу православия, погрузиться в удивительную атмосферу духовности и творчества, заглянуть в афонские монастыри и познакомиться с монастырской жизнью. При ее составлении были использованы все жанры фотоискусства: пейзаж, портрет, жанровое и репортажное фото. Можно сказать, что это своеобразная фотолетопись монастырской жизни. Работа выставки продлится до 28 августа. Адрес: Рязань, улица Никола Дворянская, 24. Телефон: 8-491-293-55-98.